Всем привет! Это канал «Разговор с Богом». Сегодня я хочу вам рассказать, во-первых, об новой рубрике, которая будет впоследствии у меня на канале. Это проверка различных ритуалов. И вот вычитал один ритуал, мне понравился, в общем-то. Ритуал на удачу. Впоследствии, конечно, в следующем ролике я напишу свой ритуал, который я делаю обычно. Но вот этот ритуал с другими атрибутами, в общем-то, что понадобится для первого ритуала, кстати, будет два ритуала, которые я буду проверять. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем-то, в первом ритуале, который я увидел на удачу, понадобится нам яблоко. Правда, оно должно быть зеленое, но у меня не оказалось зеленое. Но надеюсь, что это значение никакого не имеет. Вот. Поэтому у меня другое яблоко, но не важно. Что еще нам нужно? Нам нужна нитка. Также я уже заранее подготовил вот листочек, где написано то, что мы должны прочитать. Я вам вслух прочитаю, а потом, в принципе, напишу внизу, что надо читать. Точнее, где внизу, не внизу, а это самое. В разъяснениях, в общем-то. Так, ладно. Ну что, в принципе, приступим. Что для этого нужно, я вам уже сказал. Приступим к этому ритуалу. Сейчас, чтобы вам виднее было. Так, в принципе, видно, да? Что первое делаем? Так, у меня, в принципе, здесь вот записано. Меня особо, конечно, не будет видно, наверное, но неважно. Главное, видно будет то, что я делаю. Так. Мы сначала вот то, что на бумажке, прочитываем. Хочу, чтобы все было хорошо. Пусть беды обходят стороной, и жизнь наполняется счастьем. Зову фортуну на свой дом не на день, а навсегда. Три раза мы должны это прочитать. Хочу, чтобы все было хорошо. Пусть беды обходят стороной, и жизнь наполняется счастьем. Зову фортуну в свой дом не на день, а навсегда. Хочу, чтобы все было хорошо, пусть беды обходятся стороной, и жизнь наполняется счастьем. Зову фортуну в свой дом не на день, а навсегда. И после, что мы делаем? После мы разрезаем яблоко на равные части, две половинки. Потом кладем бумагу, да, можно свернуть по-разному, между яблоком и плотно завязываем ниткой, которую мы также подготовили. Вот таким образом. Не знаю, насколько мне получится сейчас это делать. Надеюсь, вам все видно, что я делаю.
Да, у меня, похоже, с первого раза не получилось завязать, но не важно. Главное, что я его завяжу плотно. В общем-то, ребят, получилось вот так. Я завязал, сделал узел. И, в общем-то, оставляем это яблоко хотя бы на один день. Думаю, он никуда не пропадет. На подоконник положить, и все будет у вас отлично. Так, ну правда, у меня не сразу получилось вообще завязать яблоко. Это не так уж и просто оказалось. Поэтому не отчаивайтесь, пробуйте. Если получилось, значит хорошо. Сегодня еще один, я говорю, ритуал. Сейчас я отложу яблоко и посмотрим следующий ритуал. Следующий ритуал на удачу, в принципе, проще, чем и первый, который я пробовал. Да. Вот вы видите емкость. У меня емкость, в общем-то, кружка обычная. Чашка, даже не кружка, а чашка, в которой я должен налить воду. При этом надо ее заговорить и поставить на день на подоконник, чтобы она стояла, отстаивалась. Ну и потом, если захотите, в принципе, выпить ее можете. Да, можете не пить, но заговоренная вода будет стоять. Проверим этот ритуал. Что он вообще нам скажет, посмотрим. Ну вот я заполняю емкость водой. Тут не было сказано вообще, сколько наливать. В принципе, я налил половинку. И теперь можем произносить различные слова для того, чтобы было хорошо. А какие мы слова можем говорить? Только позитивные. Чтобы счастье приходило ко мне, чтобы была доброта, любовь, чтобы все было хорошо, ушли проблемы, ушли невзгоды, и было, в общем-то, добро. Все хорошие поступки приносились ко мне в дом. Чтобы плача не было слышно, любовь царила. Ну, в общем-то, примерно такие слова. Вы можете любые другие слова заговаривать это в воду. И ставим ее на подоконник. Посмотрим, что из этого получится. Ну а если вам понравилась новая моя рубрика под названием «Проверка». Проверка, в общем-то, ритуалов других. То, как обычно, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписался на мой канал.
нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам буду делать все новые, новые интереснейшие видео, которые вы будете просматривать и, возможно, сами делать. Тут ничего сложного нет. Всем пока!